Сегодня в Карачаево-Черкесию прибыл заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, член Академии российского телевидения Рифат Сабитов. С ним встретился глава республики Рашид Тимрезов. Повод приятный. Глава Карачаево-Черкесии присвоил гостю звание «Заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесии» за его личный профессиональный вклад в развитие региона и поблагодарил руководство ВГТРК за внимание федерального канала, особенно в год столетия республики. На церемонии побывала Мадина Каракетова. Эту встречу скорее можно назвать дружеской, чем официальной. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов тепло приветствовал заместителя генерального директора телеканала «Россия-1», руководителя регионального департамента Рифата Сабитова. Отметил, что он, как и всегда, рад встрече и выразил благодарность за информационную поддержку, которую ВГТРК оказывает республике при освещении происходящих в ней событий и преимущественно положительных. В этом году мы провели праздничные мероприятия, посвященные столетию республики, и здесь, конечно, ВГТРК нас, как всегда, поддержала, в том числе и по мероприятиям, которые проходили в Москве и в столице нашей республики, в городе Черкесске. Многие увидели, посмотрели на то многообразие культуры, искусства, спорта нашей республики. Поэтому от меня лично вам слова благодарности и попросил передать слова благодарности Олегу Борисовичу. Спасибо. Заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов, в свою очередь, передал слова приветствия и благодарности руководству Карачаево-Черкесии генерального директора ВГТРК Олега Добродеева за многолетнее доброе сотрудничество. Кавказу, с республикой Северного Кавказа особые отношения всегда, учитывая культуру, самобытность, историю, где сетки вещания построены другим образом, там достаточно большой объем вещаний, телевидение, радио. Вы правильно сказали, сейчас это столетие трех республик широко отмечалось, в том числе большой праздничный концерт в Кремлевском дворце съездов. И запись была, и трансляция 2 часа 40 минут. Это действительно, оно того заслуживает, и, в общем, действительно, всегда все положительно, что происходит здесь, мы ретранслируем не только на местном эфире, но обязательно в федеральном эфире. Поэтому еще раз спасибо за поддержку нашей компании, за наше доброе сотрудничество. Надеюсь, все вместе у нас получится. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул сплоченность коллектива ГТРК Карачаево-Черкесия, его слаженную работу, умение правдиво и качественно передавать информацию. Отметил, что телевидение – это проводник между органами власти и населением, прямой и доступный. Очень часто журналисты ГТРК Карачаево-Черкесии указывают власти на болевые точки. Я тут даже где-то благодарен, потому что некоторые вещи для себя отмечаешь, где-то там чиновничьим глазом замылено, а средства массовой информации, в данном случае телевидение, оно даже тебе в этом вопросе большой помощник. Поэтому коллектив слаженный, профессиональный, знающий все плюсы, минусы, которые сегодня есть в республике. Поэтому у нас в этом плане абсолютно взаимодействие, полный контакт. Спасибо большое. После обмена мнениями глава республики приступил к своей приятной миссии – вручению заслуженного звания. Указ главы Карачаево-Черкесской республики за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие российского телевидения и радиовещания присвоит почетное звание «Заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесской республики» Сабитову Рифату Абдулагаповичу, заместителю генерального директора, руководителю регионального департамента Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Бориспеевич Тимрезов. Рифат Сабитов, кандидат политических наук, заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства России в области науки и техники. С 2020 года входит в состав Общественной палаты, был избран председателем комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций. С 2015 года входит в состав жюри премии ТЭФИ. В Карачаево-Черкесию Рифат Сабитов прибыл в рамках 21-го Всероссийского телевизионного фестиваля ТЭФИ «Регион», который в этом году стартовал в Черкесске. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия».